что с кольцевой этой лампой еще? Не знаю. Ты что скажешь? Заедем, посмотрим и все. А просто обычно у меня батарея сейчас посмотрим. Сядет. Ты если что на свой поснимаешь? Снимаешь, смотри. На улице дождик пошел. На окошечко. Капельки. Урожай. Не богатство. Так чё он тут, урод? Гоняют. Ну всё, поехали. Ну что, настал час икс. Идем смотреть. Идем сюда. Саша масочку в машине оставила. Одень мне, пожалуйста. Что-то много. Саша, она не мятая? Конечно. Так. Какая у нее цена-то? Какая цена? 1900 мы вчера спрашивали, да? 1900 ровно? Нет, 1908. Ага. Давайте мы ее возьмем. А сколько она поднимается, штатив? Ага. Давайте. Это по минимуму. Ну, сейчас. Покажут. Давай. Тихонечко. А что не купили? Опа. Так. Ох, вообще. Там нет, нет, там надо фиксатор есть. Ух ты. Ну-ка, Саша, встань, я посмотрю примерно. Да? Так, она еще здесь вот должна подняться. Да, скорее всего, да. Так, а тут как крепиться? Будет телефон. Где-то? Просто ложишь его и. Можно угу. В эту сторону, да. Я говорю, что она высокая. Угу. Угу. Ух ты, вообще замечательно. Можно красота. В эту сторону? Ну, это гибкие называются. Можно в эту сторону. Так, а вот само вот это крепление, как оно там? Просто. Да. А, все увидела. Ага. Начинающий. Ну, даже вот лазерная фишка. Потому что даже супер хорошая фишка. Ну, даже с iPhone от Fortress, оно все равно не только дал. А что, балки питания нету? Нет. Нет, ни одной колонки нет. Ну, так же, как мы и часы купили. Да, ни одной прототип нет. Ну, так. Кул, наверное. Не, подождите. Это вы. Ух ты. Это вы обычные включили. Можно более интенсивно. Ярче, да? И да. Ага, более спокойный. Ага. Ну, то есть как начик. А можно? Ух ты. Зелено. Здесь не отсветит. Голубое. Ух тут ты. Очень много режимов. Сейчас ага. Бегущая будет. Ух ты, розовая. Да. Радуга. Девчонки их берут вообще, в принципе. Давайте, как... давайте, да, все, мы берем их. Используют. Я вам хочу сказать, они от 4000 шли. Так, вот сейчас мы ходили в Аль, сейчас, говорит, придут, конечно, уже дороже. Да. Они начинались от 4, особенно полноцветные, которые были зеленые. Видите, поэтому не осталось на распродаже. Так-то стоит. Привозят, да? Хорошо, их разбирают. Саша, рассчитайся, пожалуйста. А, сейчас. Давайте скоренько, денежки у тебя. Саш, не вредничай, дай бегом. Тихонечко. Да. Да, 1980. Хорошо. Не, а, не туда.
так может быть. Вот я вот вам, видите, нисколько не вру. Угу. Да. Угу. Сейчас пробую. Да зачем она? Она ваша. Ну ладно. Саша. Она две недели гарантия предоставляет. И то это, если они повредили кабель, там, то есть без механического повреждения. Может, да? Блок. Видите, подожди, я вот, он у вот дешевый блок. Ну, неудобно с телефона таскать его неудобно. Ага, сколько блоки стоят? Нет, у него еще два этих. 195, ну это за 300 там. 195. Ну давайте. Все равно блок надо, потому что тот мы блок сделали на часы. Блоков нету. Свободно. Все, мы вас благодарим. До свидания. Надо было вчера все-таки брать, но... Все, до свидания. До свидания. Милый, я самая счастливая. Почему мы ее вчера не взяли? Прошли мимо нее. Меня вчера не хотел порадовать. Пол первого зашли, вышли, да? Саша, да. Что ты пойдем по тротуару? Что здесь грязь? Ну что? Моя мечта сбылась. Вот она. Вот она, да, я ее полюбила. Да она пыльная. Да я полюбила. Ох, сейчас мы будем... Съемочки делать. Съемочки. Это я уже всю семью затерроризировала. Ну сними меня. Ну подержи так. На-н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 а. Милый. Все. Благодарю тебя. Кому я должна? Я всем прощаю. Ура! Складывать все никак я. Кстати, муж со мной не разговаривает. Ну, все хорошо. Тихонько. Покажи, как ты положил мою родную лампочку. Я просто придерживаю. Мы с ней придерживаем, так не договаривались. А как ты договаривались? Сказал, что ты ее только положишь, и мы поедем. Сейчас я покурю, сказал. Как ты? Выкинь ее, что я? Дня. А что-то соку-то совсем нету, все в коробке. Кто выдузил? Кто? Снежана. Да кого тебя возили? Нету сока. Где урна? Поехали. Что, за рулем поедем? Ну ладно.
Ой. Что ты думаешь, я замерзла? Как бы мне ее поставить? Мне вот сюда нужно. Так, едем домой. Так, ручки обработаем обязательно. Обязательно. Ходили, ручки все перетрогали в магазине. Красный. Ой. Всем привет, привет. Кто только начал смотреть. Ну что, поехали. Так, держи масочку. Вот так. Держи. Тихонько. Ну все, поехали домой. Съемочку. Уже с лампой.